Два корабля военно-морского флота Российской Федерации прибыли 5 июля в китайский Шанхай, начав семидневный дружественный визит в город. Эту информацию агентство Nazarnews предоставило китайское агентство CCTV+. Строй в составе корветов «Громкий» и «Совершенный» Тихоокеанского флота ВМФ России достиг военного порта в Шанхае около 15 часов 30 минут в сопровождении ракетного эсминца «Тайюань» ВМС Народно-освободительной армии Китая. Представители из городского правительства Шанхая, Генерального консульства России в Шанхае, а также офицеры и солдаты армии устроили торжественную церемонию приветствия в честь прибытия двух кораблей ВМФ РФ. В ходе дружественного визита планируются такие мероприятия, как совместные учения, профессиональный и технический обмен, баскетбольные матчи между командами моряков двух государств. Согласно информации, корветы «Громкий» и «Совершенный» впервые прибыли в Шанхай, и нынешнее посещение также является седьмым по счету визитом строя кораблей российского военно-морского флота в Шанхай. Бахыт Кулчуманов, Майрамбек Каримов, Nazarnews.